Короче, народ, пара любопытных фактов. Население Таиланда 63 миллиона человек. В два раза больше, чем в Вайоминге. Но никто не знает Стью лучше меня. Не имею права рассказывать, через что мы прошли, и типа я связан обещанием, но поведаю следующее. Это не первый брак Стью. Пару лет назад одна шлюха в Лас-Вегасе... Слышь, это Десл неуместно. От режиссера Тодда Филлипса. Короче, мне надо потусить с друзьями. Давай, тогда возьми моего братишку Тедди. Зашибись идея, тусы с детьми. Лана, плюс один. Ты не впервой, пацан. По-любому. Тогда вздрогнем. Ёбаный стыд. Слышь, у тебя хайер выпал. Нет, верхний. Мне страшно. Стью, подъем, у нас проблема. Мы чё, где вообще? Ты психанешь, но все в порядке. Чё, опять зубы? Это настоящая наколка! Твоя работа? Я-то, блин, при чём? Бля! Чё вы мартышку запугали? Этим летом. Мужики, вы где? Козы очнулись в каком-то городе. Утро ищут. Бля, это чё, дубль два? А еще малого проебали, я без Тедди не вернусь. Зацени тусовщика. Я хотел слегонца расслабиться. Чао? Ты что тут делаешь? Он мой плюс один. Ништяк, отожгли говноеды. Карманы проверь, вдруг что всплывет. Монастырь Циньмей. Нихера не помню. Типа ночлежка для шаолиней? Где вас черти носят? Мы в Бангкоке. Подходи, гости столицы. Кто этот дебил? Хуй знает, но сильный. Держись, бледнолицые. Блять, ёбаный рот, что происходит? Похмелье, часть 2. Бля, мужики, зацените. Обезьяна, сосущая хуй, смешно на любом языке.